ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् It's Canto 9, Chapter 18, entitled King Yayati Regains His Youth, and text 38 and 39, and 39 is on the board. Мы будем читать Шримад Бхагаватам, девятую песнь, главу 18, царь Яти обретает утраченную юность, и мы прочитаем тексты 38, 39, 39 на доске. 39, right? Yeah. On the board? Yeah. Mata Maha Kritam Sukachar, oh no, I'm sorry, one second. Vatsa na chipta vishayesu aham vayasa bhavadiyena ramsye katipaya sama mata maha kitam vatsa. Natripto visaye swaham vayasa bhava diyena ramsye katipaya sama mata maha kritam vatsa natripto visaye swaham vayasa bhava diyena Ramsye katipaya sama Mata mahakitam vatsa Natripto visayeswaham Vayasa bhavadiyena Ramsye katipaya sama Do the word for word Sanskrit. And then go back to 38, do the verse, and then 39 verse in purple. Mata maha kritam. Ту, на которую обрек меня отец твоей матери Шукрачарья. Ватса, о дорогой сын. На, не. Триптага, удовлетворен. Вишаешу чувственными усладами. Агам, я. Ваяса, немногие. Самага, годы. Шилпрупада. Мой дорогой сын, я еще не удовлетворил свои страсти. Пожалей меня, возьми мою старость, на которую обрек меня твой отец твоим... на который обрек меня отец твоей матери, и дай мне взамен свою молодость, чтобы я мог наслаждаться жизнью еще несколько лет. Пропитался? Well, you read 39, so read the purport. Okay. I was saying read 38, 39, the purport. Okay. Комментарий. Такова природа вожделения. В Бхагавад-гите 7.20 сказано «Кама-истай-истай-рихрита-гьянага» «Тот, кто слишком привязан к удовлетворению чувств, теряет рассудок». Словом «хритагьянага» называют того, кто потерял рассудок. Перед нами наглядный пример этого. Отец, лишившись всякого стыда, просит сына обменять свою молодость на его старость. Разумеется, во власти подобной иллюзии находится весь мир. Поэтому говорится, что все люди здесь праматага, безумцы. Нунам прамата куруте викарма. Когда человек лишается рассудка, он предается сексуальным излишествам и чувственным удовольствиям. Однако сексуальное желание и страсть к чувственным удовольствиям можно усмирить. Когда человек полностью избавляется от полового увлечения, он достигает совершенства. На это способен лишь тот, кто постоянно помнит о Кришне. С тех пор, как я посвятил себя любовному служению Кришне, я каждый день нахожу в нем вечно обновляющееся блаженство. Так что при одной мысли о половом наслаждении мне хочется сплюнуть, и губы мои кривятся в отвращении. Избавиться от полового увлечения можно только обретя сознание Кришны, и никак иначе.
До тех пор, пока у нас остается половое желание, мы будем вынуждены снова и снова рождаться в материальных телах, наслаждаясь сексом в различных видах жизни. Тела могут быть разными, но половые отношения остаются теми же самыми. Поэтому говорится «пунах, пунаш, чарвита, чарвинанам». Те, кто чересчур привязаны к сексу, рождаются в одном теле, то в другом, занимаясь одним и тем же, жуя пережеванное. Иначе говоря, испытывая чувственные удовольствия в теле собаки, свиньи, полубогу и так далее. И 38-й текст. Яяти, благословленный Шукрачари, обратился к своему старшему сыну с такой просьбой. «Мой дорогой сын Яду, прошу тебя, отдай мне свою молодость и возьми мне свою немощь и старость». И еще раз 39-й. «Мой дорогой сын, я еще не удовлетворил свои страсти. Пожалей меня, возьми мою старость, на которую обрек меня отец твоей матери, и дай мне взамен свою молодость, чтобы я мог наслаждаться жизнью еще несколько лет». Ом агьянати мандасья гьянанджала шалакая чакшувинтам джейна. Тасмей ши гуави намаха ши чайтани манивичтам штапитам джейна бутеле. Своям рупа кадама айам дататти свападанти. Там ши кришна чайтанья. Пабунтянанда ши адвейта градада ши васани гова бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ванча карпату бьяча. Кипа синью бьяйвача патитанам бхавани бью вайшна ребью намур маха. I think you get the point. Я думаю, вы уловили смысл. I mean, the ninth canto is all this about the same thing. Вся девятая песня, она посвящена одной теме. They started with Чавана Муни. Она начинается с Чавана Муни. Who saw two little fish copulating? Sorry? Copulating means having sex. Means uniting two fish together. Который увидел двух рыба, которая занимается сексом. You have to have really good vision to see two fish having sex. И у вас должно быть по-настоящему хорошее зрение, чтобы увидеть, как спариваются рыбки. And then he married 50 wives. И он женился на 50 женах. And then you have Пурава. И дальше у нас Пурава. Урваси. 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 Пурава and Урваси. Урваши. He was attached to Урваси. Он был очень привязан к Урваши. And then Яяти. И теперь Яяти. Who said that he was like a lusty goat. И он сам о себе говорил, что он был подобен похотливому козлу. Prabhupada says if you keep goats and you're going to slaughter them, if they have the chance to have sex, even though in 5 minutes they're going to get killed, they will have sex. Прабхупада говорит, mm-hmm. что если есть стадо козлов, и у козла есть возможность иметь половые отношения, то он будет сражаться за это даже под угрозой смерти. So the Bhagavatam is really bringing the point home that our problem is sex. И Бхагаватам поднимает эту проблему о том, что корнем всех несчастий является секс. And in the purport, Prabhupada says that where is it? As long as one has desires for sex, go translate. И Прабхупада говорит в комментарии, что тот, кто as long as one has desire for sex, as one has translate what I'm saying. Just as long as one has desire for sex. До тех пор, пока у человека есть желание наслаждаться сексом. One must change his body. Человек будет менять свои тела. And transmigrate. И переходить из одного тела в другое. From one body. Из одного в другое. To another to enjoy sex. Занимаясь одним и тем же. And one example that a pastime with Gokishodas Babaji and Bhaktisiddhanta always really hit my mind. И есть утверждение у Бхактисиддханты Сарасвати, которое все время мне приходит в голову. You probably know that story that when Gokishodas Babaji passed away in Navadvip. Вы, скорее всего, знаете этот случай, когда Гокишодас Бабаджи оставил тело в Навадвипе. In one moment of ecstasy before death, he had said that I want my body to be dragged in Mayapur in the dust. Прямо перед смертью он сказал, что он бы хотел, чтобы его тело было провезено по всей Навадвипе, в пыли Навадвипе. You know that pastime? Знаете эту yeah. игру? So then what happened is that there was all these Babaji's, Brahmacharis, Brahmins, who said, okay, let's take his body and drag his body everywhere. И
там было собрание Бабаджи, Брамачари, и они сказали, ну давайте возьмем его тело и протащим по Навадвипе. And Bhaktisiddhanta told them that no, you cannot do that. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, нет, вы не можете этого сделать. And he tested them. И он сделал проверку для них. So anyone who did not have relationship with a loose woman in the last month, you step back. Он сказал, те, у кого не было никаких сексуальных отношений с женщиной последние месяцы, вы не можете этого сделать. Then no one came. И никто так и не вышел. Then I don't remember exactly the measures, but then he said, since 2 weeks. И тогда он начал разные временные промежутки называть, каждые 2 недели. And finally he says, anyone who did not have relation with a loose woman within 24 hours. И в конце концов он сказал, те, у кого не было никаких отношений с женщиной в течение 24 часов. And none of them came. И никого не оказалось среди них. And that was in New York or Moscow, you know, with all the bars, and that was like Navadvip, a little village. И это был не Нью-Йорк, не Москва, ничего такого. Это была Навадвипа. This was 100 years ago when passion was less. Это было 100 лет назад, когда все было не в такой страсти. Those were Babaji's. И это были Бабаджи. And still, when he challenged them that if unless you had sex with a woman. Like within 24 hours, you cannot come. 24 hours. И все равно он сделал такой вывод, вызов, если у вас не было секса в течение 24 часов. So definitely this is the problem. И однозначно это является проблемой. There's it's a pretty gross example, but I want to give it because Prabhupada made it. Это достаточно грубый пример, но я все равно его привел, потому что Прабхупада его приводит. But it's heavy, so be ready. Ну да, это тяжело. So Prabhupada was giving this devotee from he's from California, but now he's in Alachua. He's an actor. I forgot his name. Есть один преданный из Калифорнии, Алачу, я забыл его имя. So you can see it in the memory tapes. Можете в воспоминаниях найти историю. So Prabhupada in the lecture said you have 2 choices. И Прабхупада сказал ему, у тебя есть 2 выбора. He says either vagina or Krishna, and then he repeated the same thing, this or that. Vagina, woman genital. Либо женщина, либо Кришна. Выбирай. So this devotee just, when Prabhupada repeated, he just became red in the face. И он просто покраснел, этот преданный. Because that is the choice. Either you go for genitals or either you go for Krishna. Либо вы к гениталиям привязаны, либо к Кришне. And the same way that Prabhupada was banging the scientists because we were so much embedded. For scientific, you have so much faith in science. He was embedding more and more how our attachment for sex life is so strong. И то же самое, тот же самый аргумент он приводил против ученых, потому что они привязаны. Because imagine Soma, who is the moon. Поэтому представьте Сома, который является луной. Left with the wife of Brihaspati. And that's how actually the whole dynasty started, where they had Buddha, and Buddha with Ila. And Buddha and Ila had Puruva. Sorry. Это то, как началась династия. У них появился Будда, и потом Пурава. From a sinful activity, imagine going with the wife of your guru. That's pretty bad. Представьте, из этой греховной деятельности, что произошло, иметь секс с женой гуру своего. That's very bad. Это очень плохо. So, and then Indra, he went with Gautam's wife. Gautam is a sadhu. And even her, when she saw, Indra took the shape of the body or the bodily shape of Gautam. И та же самая история с Индрой. У него была близость с женой Гаутамы. И даже когда эта жена Гаутамы увидела тело Индры, которое было точно такое же, как у Гаутамы. And she could see that it's Indra. But she was feeling so flattered. You understand flattered? She was feeling so, wow, Indra is taking so much risk for me. She felt flattered that she fell with him. Но все равно она видела, что это Индра, но она почувствовала себя настолько гордой, что вот Индра, он берет риск на себя из-за меня. And then when they finished,
Obviously, they felt bad. Indra felt bad because generally after lust is satisfied, there's a feeling of realization that what did I do? Но в конце концов оба себя чувствовали плохо, потому что когда вожделение удовлетворено и приходит осознание, то чувствуешь себя плохо. And then he felt really scared and he was leaving. Gautam was just coming. He said, where are you going? И тогда Индра почувствовал себя очень испугавшимся, и он хотел уйти, но Гаутама сказал, куда ты идешь? And that's when he cursed him that on his body should be the body, the genital of women everywhere on his body. И тогда он проклял его, чтобы все его тело было покрыто гениталиями женщины. Obviously, Indra did not want to show his face. Sorry? Indra did not want to go in public. И однозначно в таком виде не появишься на людях. So he got a boon that they will become eyes. И тогда он получил благословение, что это превратится в глаза. And when he killed his, you know, Brihaspati left at one point and then they took another devotee to become the guru for the demigods, at least for the yagyas, he killed him. И тогда вы знаете, что Брихаспати ушел, оставил, и тогда он убил его. And then to get rid of the sinful activities, one of it is that women got periods or menstruation. И тогда, чтобы избавиться, разделить результаты этих проклятий, то женщины получили месячные. But to show you how illusion is so strong, women said, yes, no problem. And he blessed them that you may unlimitedly enjoy sense enjoyment, sex life. Тогда он дал другое благословение женщинам. Женщина это не остановила наслаждаться половой жизнью в любое время. So what do we see here? We see that Yayati got cursed to become an old man. И что мы здесь видим? Yayati был проклят, получив старость. And he's begging Sukracharya, said, no, I still want to enjoy sense gratification. You can't do that to me. I still have all these ladies I want to enjoy. No, you can't do this to me. И все равно он говорит Шукрачарье, нет, ты не можешь сделать этого, я хочу наслаждаться с женщинами. He said, okay, if you find someone that will accept your old age and give you the youth, then you can continue enjoying. И тогда он сказал, ну хорошо, если ты найдешь кого-нибудь, кто даст свою молодость в обмен на твою старость, то тогда ты можешь продолжать наслаждаться. So he went to his sons. And basically he's telling his kids that I want to enjoy sex life. I have an old body. Give me your body so I can enjoy. You take my old age. How shameless it is. И он пошел к своим сыновьям и сказал, я еще хочу наслаждаться, пожалуйста, дайте мне свою молодость. Я буду, я дам свою старость, потому что я хочу продолжать свое наслаждение. So this is to show how strong is the bond of sense enjoyment. Это показывает, насколько сильна привязанность к чувственным наслаждениям. It's like being in a jail, but there's nothing physical holding you. Это как будто вы находитесь в тюрьме, но ничего физически вас не сковывает. It's like having chains, but the chain is your desire for sense, our desire for sense enjoyment. That is the chain. Это все равно, что вы закованы в цепи, но цепи является желание наслаждаться. Maitunya Agara, the shackles of sex life. Maitunya Agara. Maitunya Agara. The shackles, the chain of sex life. Это кандалы сексуальной жизни. And I always like that story of the Brahmin boy holding the tree and shouting that the tree is whole is has caught me. He's holding the tree. Это все равно, что как Брахман, который держит дерево и говорит, о, это дерево держит меня. And his friend told him to just give up the tree. Just take your hands off the tree. И учитель ему говорит, просто отпусти это дерево. Отпусти руки. So similarly, we hold into Maya thinking that Maya has caught me. И точно так же мы держимся за Майю и думаем, что Майя поймала нас. But actually, we holding on to Maya ourselves. Но это мы сами держимся за Майю. I was remembering the 80s, I was on Sankirtan and I met this man. He said that three times he nearly died. He had some heart attack. И однажды я распространял книги и встретил одного человека. Он сказал, трижды я умирал, у меня был приступ сердечный. So I asked him, and you know what happened? They were doing operation, he could see over the operation table. He actually came out of his body.
И когда ему делали операцию, он выходил из своего тела, и он мог видеть себя со стороны, как идет операция. So then I asked him, why didn't you just go? И тогда я его спросила, а почему ты просто не ушел? He said, because I didn't want to go. Потому что я не хочу уходить. I didn't want to leave my family, my wife, everything. I didn't want to leave them. I did not want to go. У меня есть моя семья, мои дети, я не хочу их покидать. So what it means is it's all based on a question of decision. We have to make a decision. И все это говорит о том, что мы просто должны принять решение. Like when you fast, you make a decision that I'm going to fast. Например, когда мы постимся, нам нужно принять решение, что мы постимся. People may eat, feast, or eat so many things, but you are determined that I'm going to fast. Люди вокруг, они могут есть, или у них пир будет идти, но если мы решили, что мы будем поститься, мы должны быть тверды в своем решении. You know the saying, drinking water on a fast day? Drinking water underwater on a fast day? Знаете, вот это пить воду во время омовения, во время сухого поста? You know this expression? Знаете вот это выражение? Prabhu, I'm fasting all day. Иногда говорят, Прабу, я целый день пощусь. Let me go take a bath in the Ganga. Сейчас я пойду, приму омовение в Ганге. And then when I go underwater... И вот он ныряет, и там пьет воду. I'm drinking water. Пьет воду под водой. So that's fasting of water on a fast day, underwater. You're not fasting. Actually, what you're doing, you're saying you're fasting, but you drink water underwater. То есть это пить воду во время омовения на сухой пост, когда мы погружаемся и пьем воду. So what it means is that the determination has to be really determined. It can't be determination to drink water underwater on a fast day. То есть если у нас есть решимость, то она должна быть настоящей, а не то, что мы будем нырять и пить воду под водой. And therefore Prabhupada explained that it's better to be a honest mendicant in the Bhagavad Gita, when they speak about activities, an honest mendicant, you know, mendicant means a beggar, better be an honest beggar than be a charlatan meditator. И поэтому Прабхупада в Бхагавад Гите говорит, нужно быть честным и выпрашивать милость. So these shackles are so powerful that it's not, you can't get out of it. It's too powerful. И вот эти кандалы, они настолько сильные, что мы не можем вырваться из них. And we can see these are great personalities. Мы видим, что здесь великие личности. And this is what you have in ISKCON now, because there's a conversation always between preaching movement and Varnashram. И это то, что происходит в нашем движении. Это постоянный диалог между проповедью и Варнашрамой. Because when Prabhupada created the movement, it was just preaching. There was nothing on families. He didn't have time to tell, take care of your wife, take care of your kids, do like this, do like that. No, preach. И поэтому, когда Прабхупада начал это движение, он ничего не говорил ни о семейной жизни, ни о том, чтобы заботиться о жене. Он сам проповедовал, всем говорил, вы должны проповедовать. Then he created a lot of sannyasis, and he knew. He said that a lot of sannyasis, they're young men, and they're not so qualified. И тогда он дал саньясу многим молодым людям, и он понимал, что они молоды и для саньяси не настолько квалифицированы. There's a story that Harikesh Prabhu gives. Есть история, которую Харикеш Прабху рассказывает. When he was serving Prabhupada in Vrindavan, and you know, when you go in Prabhupada's room, there's a little lobby there with a table. Он служил Прабхупаде во Вриндаване, там есть столик в комнате его. So he was sitting there, and then when Mataji came, I forgot her name, it used to be Bhavananda Prabhu's ex-wife or widow. И вот он там сидел, и пришла одна Матаджи, я не помню имя, бывшая жена Бхавананда Прабху. What's her name? Do you know? Кто-нибудь знает ее имя? So anyway, so they were discussing about all the gossips of what's happening between the devotees in Vrindavan. И они обсуждали слухи, что происходит между преданными во Вриндаване. And the discussion was that this person is going with this person, that person is going with this person. И разговор был, как вот этот человек с этим человеком ходит, и вот этот вот с этим. And Harikesh says that at one point they heard the door, because you know when you go in Prabhupada's room, you have the lobby, then you have a door, and they heard the door do chuk, close. И тогда он закрыл дверь в комнате. So they knew Prabhupada was listening.
И он Папа was listening to their conversations. И он понял, что Прабхупада слушает то, о чем они говорят. So the next day in class, Prabhupada said that if you do monkey business in Vrindavan, you become a monkey. И тогда на следующий день на лекции Прабхупада сказал, что если вы в Вриндаване вы занимаетесь обезьяньим делом, то вы станете обезьяной. What it means is that these problems that about, you know, fall down because of the attraction to sense gratification is so powerful. Что это означает? Означает, что если вы занимаетесь чувственным наслаждением, то пасть это настолько тяжело. The rate of divorce in ISKCON is high. И процент разводов в ИСККОН очень высокий. You see cheating, and you see even openly, you see devotees going with another wife, doing different things, even openly. И вы можете видеть, что открыто кто-то с чужой женой может проходиться. Some sannyasis are falling, brahmacharis are doing things. So what I'm trying to say is that it is so powerful that even though we try to practice Krishna consciousness, we get affected. И мы знаем, что саньяси падают, и из брамачари какие-то ужасные вещи творятся. То есть вот эта сила, она настолько мощная, что нам очень тяжело ей противостоять. So Arjuna is asking Krishna, how is it that someone acts in such a way, he doesn't want to do it, he's impelled by it, even though he doesn't want to act in such a way. И Арджуна спрашивает Кришну, что же делать, когда даже если против своей воли я не хочу что-то делать, но что-то меня вынуждает совершать духовные поступки. Then Krishna says it is lust only, who it burns like fire, who is the enemy of the living entity. И Кришна отвечает, это вожделение, которое подобно огню, оно сжигает изнутри. So even though we are preaching movement, we have to act in a certain way to be protected. И даже являясь проповедническим движением, мы должны действовать определенным путем, мы должны иметь защиту. And this is Varnashram. И это Варнашрама. Varnashram is the net, the protection net. Варнашрама — это защитная сетка. That's why Prabhupada on his deathbed said that 50% of my work is not done, and he said it's Varnashram Dharma. И поэтому, будучи на смертном одре, Прабхупада сказал, что 50% я еще не выполнил, и 50% это варнашрама дхарма. In the Gita, Krishna says that one should always act based, he shouldn't artificially take someone else's nature, he should act based on his own nature. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек не должен искусственно действовать, следуя чужой природе. Он должен действовать согласно своей собственной природе. I mean, it's a given. We're attracted to sex life, we're attracted to sense gratification. That is a given. Given means it's accepted, it's reality. То есть это является реальностью, что у нас есть сексуальная жизнь, и мы не можем от нее отказаться так легко. In the beginning of the movement was different, because Prabhupada was really rushing to build the movement, and Pragosh Prabhu told me, this Prabhupada Pragosh told me that when I got married, actually I took sannyas. Pragosh Prabhu, ученик Прабхупады, мне рассказывал, что в начале движения был большой такой нажим, и на самом деле, когда я женился, то фактически я принял саньясу. I felt when I took God married, I became vanaprast. When I got married, I felt I was taking vanaprastha. Когда я поженился, я почувствовал, что я сейчас уже ванапрастха. But what it means is that in the beginning, Prabhupada was pushing so much. But then Prabhupada is saying, establish vanashram, means that establish society, a structure, so people can be peacefully practicing Krishna consciousness. То есть в начале движения Прабхупада, у него был такой сильный нажим. Но что значит установить варнашему? Это значит, чтобы сделать все, чтобы мы могли спокойно заниматься духовной практикой. But it's daivi varnashram. That means you practice society rules, but at the same time you are Brahmins. You're practicing Krishna consciousness. Что означает даива варнашрама дхарма? Это значит, что вы занимаетесь духовной практикой, и вы действуете согласно своей варне, но при этом вы духовно прогрессируете. You chant Hare Krishna, you go to the temple, you read the books.
вы посещаете храм, воспеваете Харе Кришна, читаете книги. At the same time, you act based on your nature within society. Но в то же время вы действуете согласно своей природе внутри общества. So Varnashram is the net that in case there's, it's to protect us from fall downs. То есть Варнашрам является сеткой, которая защищает нас от падения. Like for example, many before long time, a woman, she would never want to go out at night alone. Например, много лет назад женщина, она никогда бы не вышла одна вечером. Because if something happened to her, a man came to her, then no one would ever want to marry her. I'm speaking about an unmarried woman. They would never want to marry her. Потому что если бы такое случилось, то никто бы на ней потом не женился. The structure was so strong that it protected the woman because of what would happen if something happened. Потому что структура была настолько сильной, что если что-то случится, то оно случится. Obviously, the idea is to be 100% engaged. Prabhupada gave the formula that you should be 100% engaged. И также есть идея о том, чтобы мы должны быть на 100% заняты в служении. Prabhupada says like a sandwich: morning program, night program, and service in the middle. То есть это как сэндвич. Утренняя программа, вечерняя программа и посередине служения. And it was heavy rules, like we couldn't go out to the store unless we were two brahmacharis. When you go out to the store outside, we would always be two, in case Maya attacks you. И были очень строгие правила. Если вы куда-то идете на улицу, выходите в магазин, то по одному нельзя, только вдвоем. And there was never be alone time. Brahmacharis would stay together, there would be no time where you would do nothing. So there was no time for Maya to actually attack the mind. И не было времени, когда можно остаться одному. Все время брахмачари были вместе, что-то делали. Все время были заняты в служении. И тогда у Майи не было шансов атаковать. But that's an elevated, even though the devotees may not be at that stage at that time, but they were following Jiddu Prabhupada's instruction, but it's an elevated stage. И это продвинутый уровень, даже если, возможно, они не по-настоящему не находились на этом уровне, то все правила были и все условия для того, чтобы они находились на продвинутом уровне. So therefore Prabhupada said Varnashram. Поэтому Прабхупада сказал, нужна Варнашрама. Varnashram means that based on my nature, I'm going to practice Krishna consciousness, but based on my nature. Варнашрама значит, что я буду заниматься духовной практикой, но основываясь на своей природе. Like for example, a brahmachari should live simple. Например, брахмачари должен жить просто. A brahmachari should not accumulate wealth. И брахмачари не должен культивировать богатство. But a grihastha should accumulate wealth because he has to maintain and he has a certain level of enjoyment. Но грихастху нужно какое-то богатство для того, чтобы поддерживать семью и другие ашрамы брахмачари. But a brahman grihastha and a kshatriya grihastha is different. Ну, например, брахмана грихастха и кшатрия, они отличаются. I went through one passage of Prabhupada. There was a discussion with Sasrul Bhaj in 1975. В 75 году состоялась беседа Прабхупады со Сварупой Махараджем. And sometimes Prabhupada really blows your mind. You understand, blow your mind? He speaks in such a way that you're thinking, my gosh, where's Prabhupada coming from? Иногда Прабхупада говорит так, что у вас просто крышку сносит. So he's explaining that one... When a woman has child at 3 months, she should be separated from the husband. Он говорит, что когда у женщины появляется ребенок на 3 месяца, она должна быть отлучена от мужа. So then they say, where does he go? Where does she go? So Prabhupada says she can go to the father. И тогда Прабхупада спросили, куда ей тогда идти? Прабхупада ответил, она должна уйти к отцу. And he says, for 16 months, the wife should not be close to the husband. 16 месяцев жена не должна быть близко к мужу. And then they ask, what happens to the husband? И тогда спросили, что случится с мужем-то? Prabhupada said he can go to the other wife. Он сказал, что Прабхупада может отправиться к другой жене. So Prabhupada, so they said, but Prabhupada, in the West we can't have many wives. Но ему ответили, Прабхупада, на Западе нет многоженства. He said, I'm okay with that to have many wives. И Прабхупада сказал, на мой взгляд, это нормально иметь несколько жен. Obviously, later this changed because he saw the grihasthas were not so responsible. И это говорил... Sorry.
he changed a little bit because Vyasas were not so responsible. Позже он как бы немножко изменил свое мнение, потому что грехасхи они не были достаточно ответственными. But then they said, how would it be? Because you can't have two, three wives in the West. How would it be? Потому что как это вообще будет иметь две-три жены на Западе? And Prabhupada says, well, he says in the West, it's a boyfriend, girlfriend is okay. И Прабхупада сказал, ну а что, на Западе иметь девушку или парня, это нормально. So instead of calling husband, you call him friend. Вместо того, чтобы называть его женой, вы называете другом. Obviously, it's not something that we want to do and that we do. Это, конечно, не то, что, то, чем мы занимаемся. But Prabhupada explains how the system of an ashram is so well developed. Like he says that wife, husband would have many men, and then there would be no marriage. But now in ISKCON we have so many marriage problems. No, so many ladies are looking. Obviously, we don't do this in ISKCON. I'm not saying this. But Prabhupada has explained there was no marriage problem because one man would take many wives and would be responsible. И Прабхупада объясняет, что поэтому раньше не было проблем с замужеством. Например, сейчас женщина у нее есть проблема, она не может выйти замуж. Но like, тогда не было, потому что мужчина мог иметь несколько жен. Like we know in Dwarka, when Krishna came, on the top of the roof, who was there? The prostitutes. As you remember, you know that. Например, помните, когда Кришна прибыл в Двараку, то там на крыше вышли проститутки. And Prabhupada explains that instead of having men contaminated unmarried women, they would go to prostitutes. И Прабхупада объясняет, что вместо того, чтобы женатый мужчина осквернял другую девушку, он пусть лучше идет к проститутке. So this is a reality. The problem of sense gratification is so powerful, it's a reality. And it's coming out. You can see even between devotees that devotees are having trouble. И вы можете видеть, что проблема секса настолько могущественная, что даже среди преданных возникают проблемы с этим. So what it means is that we have to serve based on our nature. И что это значит? Мы должны служить согласно своей природе. If you need to get married, you get married. You need to have five kids, you have five kids. Если вам надо жениться, то женитесь. Если надо иметь пятеро детей, то имейте пятеро детей. But you don't stop chanting, you don't stop reading, you don't stop serving, but you serve based on your nature. Но при этом вы должны продолжать повторять свои круги, вы должны продолжать читать книги и служить согласно своей природе. And then husband has to be husband, and wife has to be wife, and children have to be children. И муж должен быть мужем, жена женой, а дети детьми. If the husband is thinking my wife is a brahmachari, then it's not going to work. Если муж думает, что моя жена брахмачари, то это все не сработает. Because 3-4 years later, she's going to look for someone else to take care of her, and that's natural, because that's based on the nature. Потому что через 4 года она будет искать того, кто будет думать о ней как о женщине. Это нормально, потому что это ее природа. That's what happened to Shamishta. So Damayanti, right? Damayanti. Damayanti had a child with Yayati. That's her husband. And Shamishta is getting jealous. I want a baby too. Это то, что случилось с Шармиштхой. Она увидела, что у Даваяни есть дети, и она естественным путем тоже захотела ребенка. As a kshatriya, he had to accept her. А как кшатрия, он должен принять это. So unless one is well situated, so the man has to be a real man in the sense he has to maintain and protect his wife. То есть каждый должен находиться на своем месте. Мужчина должен быть мужчиной, и он должен защищать свою жену. If not, she's going to look someone else to protect her. And that's the nature, because the woman may not be that advanced, and she'll be thinking, who else can protect me? И это должно так быть. Иначе жена будет искать кого-то другого, кто ее защитит. И это естественно, потому что ей нужна защита. And then the woman has to take care of the husband. Жена должна заботиться о муже. The husband is working hard. Мужчина работает тяжело. If the woman takes care of the husband will do anything for the woman. Если жена хорошо заботится о своем муже, то муж все что угодно сделает для нее. It's explained that a kshatriya cannot fight without the inspiration of his wife. Поэтому говорится, что невозможно бороться против своей жены. So husband is working hard, and when he comes home, sweet words, very nice atmosphere, nice prasad, nice words, and he feels very satisfied. And he's ready for the next day to go work again.
Поэтому, когда мужчина приходит домой с работы, и он слышит приятный голос, приятная атмосфера дома, и тогда он себя чувствует настолько удовлетворенным, что готов на следующий день снова идти тяжело работать. So woman is protected, man is taken care of, and then gradually by chanting and by reading and serving, they become advanced and they go above their natures and they become pure devotees. То есть женщина защищена, мужчина окружен заботой, они вместе повторяют джапу, они вместе читают книгу, вместе служат, и они продвигаются духовно. But if the wife is always disturbed, no one's protecting me, I'm not getting what I want, how will she peacefully engage in spiritual life? Но если жена все время находится в беспокойстве, обо мне никто не заботится, никто меня не защищает, каким образом она будет прогрессировать в духовной жизни? And if the husband comes home after a very difficult day where everyone was shouting at him and the wife starts shouting at him, he's going to say, wow. Но если мужчина приходит домой и весь день его пилили, и он приходит домой и там его пили, то он подумает, ох. So Vinashram is also to play our roles, to play our positions, who we are, and help each other spiritually by serving each other based on our roles, and at the same time advancing together. То есть Варнашрама, она дает возможность всем находиться на своих местах и прогрессировать при этом духовно. So our solution obviously is chanting, because chanting is the way to get free from material desires. Решение всех проблем для нас — это воспевание, и воспевание поможет нам освободиться от всех желаний. But until we get to that stage, we need a structure, and that structure is Varnashrama, to help us maintain, so we don't have all these fall downs and all these trouble, and we can gradually advance peacefully on the path of Krishna consciousness. Но до тех пор, пока мы достигнем высокого уровня воспевания, нам нужна структура, нам нужна защита. И вот Варнашрама является этой защитной сеткой, которая не даст нам пасть вниз. And this is the Varnashrama Prabhupada speaks about. Прабхупада говорит, что это и есть Варнашрама. Okay, any question or comments? 5 minutes. У кого-то есть вопросы или комментарии? Does it make sense what I'm saying? Понятно то, что я говорю? What I did is I just show you the obvious, that sex is the problem. I mean, the whole nine canto is about sex. That's the real thing. Everything is just people falling down. And it's gross. It's not subtle sex, it's gross sex life. Это то, что я хочу сказать, оно является очевидным. Вся девятая песня о том, что секс является проблемой. И это не просто какие-то тонкие вещи, это грубые вещи. Люди вступают в половые отношения, они падают. That's why Prabhupada gives example. You choose this or that. Поэтому Прабхупада говорит, вы должны выбрать либо это, I'm либо это. I'm even shy to say it, but Prabhupada is so bold. This or that. И мне даже стыдно повторять, но Прабхупада говорит, либо вот это, либо вот это. But the point is, what happens in the middle, where I'm part of this and part of that? Но еще есть такой момент, что происходит между, когда у нас наполовину и то, и наполовину то. I choose the genital half and also Krishna half. How do I do in between? Наполовину я выбираю гениталии, и наполовину Кришны. Как находиться посередине? And that's where Vinashram supports us. We are who we are based on our natures, and based on our natures we serve and we advance. Это тот момент, где Варнашрама может помочь нам. Мы следуем своей природе, и мы прогрессивно, духовно прогрессируем. And it will all start when we have steady families. And steady families means that the husband is a husband, and the wife is a wife, and the children play the role of children. И мы должны начать со стабильной семьи. Это значит, что жена есть жена, муж муж, а дети есть дети. You can't have two husbands in a house or two wives in a house, it doesn't work. Если у вас будет две жены дома или два мужа дома, то это не сработает. And on the top, when the children are trying to play the man also, it becomes very complicated. И если там еще дети, которые принимают роль мужа, то тогда все совсем запущенным становится. Okay, what's your question? Sure, because I have to go. Ваш вопрос? Он ответил на мой вопрос последний. In your last statement, you answered the question. Yes. Спасибо за интересную презентацию. Спасибо большое. Вопрос в том, а как вот вы думаете, будет сочетаться естественное поведение Варнашрамы с принятием посвящения духовного, что там строго правильно? How one can accept simultaneously some
place in Varnashrama and spiritual initiation. No, but what it means is that, but it's Daivi Varnashrama, means it's that based on our natures we act, but we continue the spiritual process. Дело в том, что это Дайва Варнашрама, то есть мы основываемся на своей природе, но мы продолжаем заниматься духовной практикой. You understand? Spiritual initiation means you take a vow to follow the guru, but the guru is not telling you if you're a grihastha to become a sannyasi. То есть вы должны следовать своему гуру, но гуру вам не скажет, что если вы грихастха, вы должны вести себя как саньяси. Like for example, there's one devotee, Jayapataka Maharaj's disciple, and he's always out of the house serving. So Jayapataka Maharaj told him, at least 1 week you stay with your family, and 3 weeks you go out. Например, есть один ученик Джайпатаки Махараджа, и он все время занят в служении. И Махарадж сказал ему, одну неделю ты находишься с семьей дома, а все остальное время ты служишь. So it's not guru saying, don't take care of your wife or don't take care of your family. Actually, I told you this in 95 or 96. Lokanath Maharaj came back from the GBC meeting in Geneva, and he said, now the new motto in ISKCON is love your wife, love your children, and love your family. Это не то, что гуру вам скажет, если у вас есть семья, не нужно заботиться о жене и детях. На самом деле, в 90-х годах Лакнат Мухарадж, он приехал и сказал, что нужно заботиться о семье, нужно заботиться о жене, о детях. So one doesn't deny the other. То есть одно не исключает другое. And it's Bhagavad Gita, using your nature in service to Krishna. И это объясняется в Бхагавадгите. Используйте свою природу и служите Кришне. Does it make sense? Понимаете? Сейчас активно обсуждается тема женской дикши гуру. Что вы думаете об этом? Now the topic of ladies dikshi guru are very actual. So what do you think? Well, the thing that? It depends what we think we are, and if we think we're preaching movement, which we are, and Varnashrama is secondary, then definitely women should become gurus. But if we think we are Varnashrama, we're trying to practice Varnashrama, then the decision may be different. Надо отталкиваться от того, кем мы являемся. Если мы думаем, что наше движение является проповедническим, а варнашрама это что-то вторичное, ну тогда да, женщины могут стать гуру. А если мы должны установить варнашраму, то тогда женщины не могут быть гуру. You understand? It depends where, and that's the whole ISKCON position at this point in time. Is it a traditional, non-traditional, but you never saw Gandhari or Kunti and all this become gurus, even though they were very advanced. They never, okay, Janavi took. So by manifestation, sometimes it happens, but it wasn't established that women should become gurus. So it depends what we decide that we are. If we continue this preaching way, then obviously it should be like that. If not, it is different. И если с традиционной точки зрения посмотреть, то такого никогда не было. Вы не нигде не найдете, что Кунти или Гандари, они были гуру. И, может быть, пару раз это встречалось, как в случае с Джанави. Но так или иначе, этот принцип не был установлен. Но если мы будем принимать себя как проповедническое движение, то да, это может быть принято. Now, I didn't give my opinion, I'm just explaining. Это не мое мнение, я просто объясняю. It's very touchy. Очень такая щепетильная тема. Yes. Вы часто упоминаете, что нужно следовать своей природе. С практической точки зрения, что значит следовать своей природе? То есть за счет духовной практики мы можем понимать том и пытаться понять, или мы должны прислушаться к мнению авторитета. Также Шрила Прабхупада часто упоминает, что кали-югу нет ни кшатриев, ни того, то есть ни брахманы. А с точки зрения шастры, кали-югу все являются шудрами. It's a comment or a question? So you said that one should follow his own nature, but what means? What does it mean practically? Because like if we follow spiritual practice, that means like with spiritual soul, or Prabhupada said that there is no any kshatriyas or brahmanas in Kali Yuga, all of us, we are shudras. Shudras, Kalu shudras. Yes, so in this case, but even though we may be shudras, we still have certain, some people have tendency for management,
Some people have tendency for education, you know. Даже если мы все шудры, все равно у каких-то людей есть склонность к менеджменту, у каких-то людей есть склонность к духовности. Like now, I'm not myself. I'm not good to work with my hands, and working with my hands will not give me pleasure. Например, я сам я руками не работаю, или если мне приходится работать руками, то никакого удовлетворения мне это не приносит. But like you know, I love to teach. Ну, вы знаете, я люблю, например, учить. So we still have different natures. So if we the idea is if you put me in a position where I not feel happy, it will be difficult for me to practice because I was going to be in anxiety. То есть так или иначе у каждого есть своя природа. Но смысл в том, что если меня поставите в положение, что я не чувствую себя счастливым, я не смогу продолжать свою духовную практику. Obviously, the more you advance, the more you can do things against your nature and be happy because it pleases Guru and Krishna. И совершенно очевидно, что чем больше вы можете делать, тем больше это удовлетворит Гуру и Кришну. But we have to put ourselves in an environment where we feel peaceful enough that we can chant our rounds, we can go to the temple, we can preach to people, and we feel happy and satisfied. То есть мы должны себя поместить в определенное окружение, чтобы мы могли повторять свои круги, мы бы могли воспевать с другими преданными, читать книги, чувствовать себя спокойно, и тогда мы сможем прогрессировать. Marriages are breaking because there's no proper environment. A lot of marriages, divorces, mm-hmm. because not proper atmosphere or environment. Например, много разводов происходит из-за того, что нет правильного окружения. The man has a certain nature, the woman has a certain nature. У мужчин есть определенная природа, и у женщин есть определенная природа. The man has a certain ego. If the wife is always trying to take over, it's going to be difficult for the man. Например, если жена постоянно что-то не то делает, то мужчине тяжело будет себя правильно вести. If the man is never taking any decision and always putting everything on the wife, and maybe the wife should work, then the wife's going to think, why do I need a husband? Если мужчина не берет на себя ответственность, не принимает решения, он все время сваливает на жену, то женщина, она не сможет должным образом служить. But if the wife is very kind, the husband will work hard, and if the husband takes care of the wife, she'll be very happy. Но если жена заботится о муже, мужчина работает, то все будет счастливо. If the husband comes one day, brings a very nice sari, nice jewelry, then wife will say very nice, thank you, I appreciate. Если мужчина приходит домой и он видит жену в красивом сари, в украшениях, и он оценит это, он будет благодарен. But if the husband's not providing and it's dry and nothing's happening, then the wife is going to think, why? Но если мужчина ничего этого не дает, то она не будет выглядеть красиво и не будет удовлетворена. It makes sense. Who has a question? Yes. Is it okay? Отвечать на вопрос. What is it? Later. Okay. After the class, I have to go. Can we do it tomorrow? I'm late already. Yes. You want to ask now? Go now. Я хотел спросить, что значит более практично понимать, какая природа, то есть как эта практика осуществляется. What means to understand what is your nature and practically applied? Well, generally, we know what we like. But then we also have senior devotees who direct us, because sometimes due to material desires, we may think this is our nature, but it's actually sense gratification. В целом мы знаем, что нам нравится, но есть старшие преданные, которые могут направить нас и могут подсказать, что является нашей природой, а что является путем просто к чувственным наслаждениям. I mean, most people are grihastas. So grihastas, you have to work and take care of your family. То есть большинство людей являются грехастками. Если ты грехастка, то ты должен работать и заботиться о своей семье. We make our family Krishna conscious, we give some money, and then based on our nature, we can either preach or manage or do different things like that. Сделай свою семью сознающей Кришной, зарабатывай деньги, и тогда можно заниматься проповедью, служением и все остальное. And the guru will engage us like that. And? The guru will engage like that. И гуру обычно таким образом занимает своих учеников. And brahmacharis will get direct instruction also. И брахмачари он тоже может получить прямые наставления. Does it make sense? Понимаете? Yes, last question. Последний вопрос. Получите ли сейчас Дайви Варнашем, если ее установить прямо сейчас? Sorry, простите? Получите ли Дайви Варнашем, если установить прямо сейчас? Is it possible to
to have Varnashrama right now. Yeah, definitely. But it's Devi Varnashrama, it's the way that it's told by, it's spoken by Bhaktisiddhanta Saraswati. Мы говорим о Дайве Варнашраме, то о чем говорил Бхактисиддханта Сарасвати. It means basically we play our roles. Now it's now we all the, it starts by family life. We the problem is husband's not husband, wife is not wife. And it's this real problem and there's always fighting. And then there's a lot of separation. The divorce rate in ISKCON is horrendous. Это означает, Варнашрама означает, что каждый находится на своем месте. Жена есть жена, муж есть муж. Но поскольку все не следуют своим ролям, то поэтому такой высокий процент разводов у нас. It starts by that, because it's really, it's a problem. И это является настоящей проблемой. But yeah, it's possible. Это возможно. That's why Prabhupada said 50% of my work is not done. Поэтому Прабхупада и сказал, что 50% я не выполнил. And Prabhupada told Rameshwar Prabhu in the train that one day millions of people will come to your land and you will have to take care of them. Whom he said? He told Rameshwar Prabhu that millions of people, he said million, он сказал, will come to your land and you will need to take care of them. Он сказал Рамешвару, что однажды миллион человек придет к тебе на твою землю, и они будут заняты в этом. That means we have to become self-sufficient also. We have to create land, we have to have farms, we have to have self-sufficiency. Это говорит о том, что мы также должны быть самодостаточными. У нас должна быть своя ферма, своя земля. And when that is there, some people will do the farming, some people do the management, some people the selling. Based on their natures, they will work in corporation. И когда это все будет, то тогда кто-то будет занят в сельском хозяйстве, кто-то будет занят в менеджменте, и каждый будет занят согласно своей природе. В таком случае это все будет работать. Does it make sense? Or... Понимаете? Does it make sense? Why? Я повторю вопрос. Возможно ли установить Дайве Варнашрама прямо сейчас? И можно ли создать Дайве Варнашрама? What? Is it possible to install Varnashrama right now in ISKCON? No, it's a gradual process, obviously. It's not it's going to happen now, but we have to start working on it. Это постепенный процесс. Это прямо сейчас не случится внезапно. But it's possible to start, yes. И, но сейчас возможно начать это делать. Devi Varnashrama means we do what we have to do, but we add Krishna in it. Devi Varnashrama значит, что мы делаем то, что мы должны делать, но в центре находится Кришна. Everyone chants, everyone like that. То есть каждый воспевает и все остальное. What do you think? Is it okay? Это нормально? Thank you. Thank you very much. August Prabhupada.